8 ноября 2018 года. Когда-то у нас был такой своеобразный заведенный порядок, у нас были кумиры, мы прислушивались к их мнению, и наше руководство страны тоже прислушивалось к мнению. Однако вот здесь произошел такой случай, где уже ничто не исправить. Видимо, уже мы потеряли то самое чувство уважения друг к другу и чувство уважения к людям, которые все-таки учили нас чему-то. Я в данном случае хочу сказать об актрисе Татьяне Васильевой. Очень хорошая актриса, грамотная, с амбициями, с такой неповторимой игрой, со своим чувством юмора и сарказма. И вот эта актриса Татьяна Васильева после полученной травмы метро сказала, что ситуация повторилась. Артистка рассказала, почему не будет обращаться в суд, несмотря на систематические нарушения. Давайте послушаем, о чем идет речь. Это выставляет московский комсомолец 5 ноября. А руководство метрополитена только после обращения актрисы Татьяны Васильевой к журналистам извинилась перед любимицей публики, которой в субботу 3 ноября на станции Таганская двери вагона зажали голову. Это вообще ужасно. Это страшно. При этом звонивший чиновник пообещал, что такого больше не повторится. Что у нас слова чиновника? Это семечки на ветер выплюнул и забыл. В то же время, по словам актрисы, крайне неприятный и обидный инцидент с дверями едва не повторился в понедельник, 5 ноября, когда она снова воспользовалась услугами метрополитена. Двери вагона снова закрылись без предупреждения машиниста. Чиновник, вероятно, забыл, что он пообещал актрисе, что этого больше не повторится. Она просто человек, но человек, который имеет возможность достучаться до чиновников. Если бы с кем-то из вас это случилось, чиновник бы даже не услышал вас. Ее он услышал, но никакой реакции. Напомним, что о ЧП в метро актриса рассказала своим подписчикам в Инстаграме. По словам актрисы, она собиралась войти в вагон, но двери неожиданно закрылись. Кто не успел войти? Это была я. Я посередине просто получила по голове дверями, рассказала народная артистка, отметив, что предупреждение о закрытии дверей не прозвучало. Я не очень понимала, что случилось, но постепенно до меня начало доходить, что мне очень больно, и как-то зубы стали пошатываться, продолжила Васильева. В тот же день сын актрисы отвез мать в институт скорой помощи Склифосовского. Там ей провели ряд процедур и отпустили домой. Московский комсомолец позвонил актрисе и спросил о ее самочувствии. «Спасибо, сейчас себя чувствую более-менее хорошо», — сказала Васильева и попросила перезвонить, так как находилась в метро на той же самой злополучной ветке. Чуть позже Васильева рассказала, что метрополитен все-таки извинился перед ней за случившееся, но только на следующий день и только после того, как она дала комментарий федеральному каналу. Она может дать комментарий федеральному каналу, вы не можете. Да, метрополитен извинился в воскресенье, после того, как я по Первому каналу сказала, хотя бы поинтересовались, где я. Мне поступил звонок от какого-то заместителя, какого-то начальника. Я, если честно, ничего не поняла, откуда он и кто такой. В общем, он сказал, что метрополитен приносит извинения и постарается, чтобы такого больше не происходило, сказала МК Васильева. При этом, похоже, сказано это было для красного словца. Уже на следующий день ситуация с дверями едва ли не повторилась. Напомним, что сразу после инцидента в метро заявили, что посадка и высадка пассажиров запрещены при мигающих красных сигнальных огнях. И после объявления машинистам поезда «Осторожно, двери закрываются». Сейчас я была в метро, выходила из вагона, и опять было то же самое. У нас никто ничего не объявляет. Наверное, надо донести до сознания народа, что в метро больше не объявляют. «Осторожно, двери закрываются». Пусть скажут «Ждите зеленый,
красный, синий или какой там еще цвет. Я ведь перед тем, как получила травму, еще подумала, какие красивые лампочки у нас. Все лучше и лучше. А это, оказывается, моя травма переливалась. Похоже, что все, что связано с нашей жизнью вне квартиры, становится все более опасным. Актриса заявила, что не будет обращаться к услугам адвоката и добиваться сатисфакции по нескольким причинам. Право я знаю, просто я знаю, чем это заканчивается. Найдут какого-нибудь крайнего, который вовсе не виноват, и будут его трясти. Мне заранее жалко этого человека. Нет, обращаться к услугам юриста я не буду. Кроме того, в полиции актрисе пояснили, что удар дверями в висок не повод для обращения в правоохранительные органы. Мне сказали в полиции, что если бы я оказалась в больнице и провела там 22 рабочих дня, то они бы тогда начали разбираться. А два синяка – это ничего страшного, переживете. Вот так и живем. Переживете, переживаем и будем переживать. И вообще все всем до лампочки. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Берегите себя, друзья. Осторожнее будьте в метро, смотрите по сторонам, чтобы вас не столкнули под вагон, чтобы вам светили правильные лампочки, и не ждите уже этого «осторожно, двери закрываются», это уже больше не звучит.